Есть в нашей жизни время для печали, и время есть для праздничных огней, когда приходит из античной дали к нам Пурим эхом судьбоносных дней. Мы снова вспоминаем подвиг Эстер, любой ценой спасавший свой народ от ненависти гибельной и мести, чтоб знали все Аманы наперед. Мы поднимаем праздничные чаши, приветствуя веселый маскарад, печем со сладким маком хаминташи, как наши предки сотни лет назад. Мы празднуем уже тысячелетия, теперь почти на всех материках. У многих ли народов на планете есть праздники, живущие в веках?